А ви не припускаєте, що, скажімо, тому ж таки Трампу міг передзвонити теоретично Путін, і вони в тій розмові вияснили, давай так, я даю задню, але якось треба красиво мені вийти, а ти, будь ласка, переговори з Китаєм, щоб вже ми це діло... Бо реально Трамп розумів, що ця війна, а ми ж розуміємо, це ідея. Коли людина з ідеєю, вона може бути тільки озброєна одною снайперською гвинтівкою. Але по тих горах, як це доказали, скажімо, історія 30-літніх воїн в Афганістані. З тої гвинтівкою він, а в нього хата, вся його та обійся, мазанка та глина, наприклад, вартує там 30-50 доларів. А ракета першина, яка там його то розбиває, коштує мільйон доларів. Тобто ми розуміємо, що не готові люди воювати, ну, маємо на увазі геополітичні гравці воювати, а вони готові просто як-то бравада, отак якби, як-то понти кидати. Ну, давайте я попробую відповідати. Значит, ну, давайте начну с того, что как историк я вам сообщу, что за свое развитие человечество пережило 15 тысяч войн. Ну, где-то так ученые подсчитали, грубо, около 15 тысяч войн. Из них две колоссальные, две мировые войны. Это Первая мировая 14 года и Вторая мировая 39 года. Соединенные Штаты в последней мировой войне занимали до последнего момента выжидательную позицию. Выжидательную. В 1944-м только началась операция «Оверлорд» в Нормандии. Когда стал вопрос очень жестко, я, может быть, сильно углубляюсь, но тем не менее, я подскажу почему. Когда стал очень жестко вопрос на Курском выступе, Сталин не просил, он просто намекнул господину Рузвельту начать второй фронт. Он получил отказ. Ну, такой дипломатичный отказ. Теперь, что касается, я это к чему веду, что американцы не воины. Они проиграли все войны практически, которые они начинали. Ну, я вам скажу, що іранці теж не в новітній історії, коли ще в Російській імперії вони воювали, з Російської імперії теж не облажалися. Я хочу конкретно Соединенных Штатов, опять же, коснуться. За последние 30 лет, все президенты Соединенных Штатов, я отмечаю это, все, начинали какие-то военные конфликты или войны с одной целью. Отвлечь от внутренних проблем и внутреннего политического кризиса. То же самое сегодня сделал Трамп, понимаете, с Ираном. То есть это перед выбором технологии? Безусловно, это чистой воды, вот даже не ходи гадалки. Понимаете, это вот просто проявляется как фотобумага в проявителе. То есть Трамп начал эту всю бодягу и с убийством Сулеймани, і з Іраном, і що рані Іраном. Він зараз перед своїми виборцями виглядає не найкращим чином? Абсолютно. Абсолютно. Що, плохо виглядить? Сильний лідер. Минуточку. Він же був проти цього. Разве ви цього не знаєте? Ведь його втягнули туди, його окруження. Помпео до нього приїхав, Флорида. Так, і він трижди відмовився йти на подобний шаг, на подобний тероризму. Ведь Сулеймани вез письмо от короля Саудовской Аравии иракскому премьер-министру. Он выполнял дипломатическую миссию, выполнял. Ну, по сути, понимаете? Был как министр закрытых справ. Да, да. И он был убит вот таким вот мерзким каким-то из-под тишка образом. Ну, я вам скажу, что когда Иран обстреливает американские базы, которые находятся на территории теж суверенной державы Ирака... Это такое же позорище, как и Вьетнам. Понимаете? Это такое же позорище.